В Жидуховском сельском поселении благодаря совместным усилиям власти и местных предпринимателей решаются многие вопросы, в первую очередь направленные на заботу о подрастающем поколении. Например, в школе номер 22 станицы Октябрьской наконец появилась горячая вода. Подробности в нашем следующем сюжете. Всего полтора года назад Вячеслав Схабжук вступил в должность главы Бжедуховского сельского поселения. Но и за этот короткий срок он успел наладить контакт с жителями и местными предпринимателями. Много лет в станичной школе существовала проблема отсутствия горячей воды. Решить ее на бюджетные средства не представлялось возможным. И тогда глава поселения обратился к предпринимателям. Откликнулся Дмитрий Сапун. Эту проблему мы сняли благодаря нашему социально ответственному бизнесу, который в Бжедуховском сельском поселении трудится. Поэтому им огромное спасибо, и я думаю, что дальше вместе мы только сможем больше хорошего сделать во благо нашей станицы. На выделенные деньги в течение трех дней был установлен бойлер, 6 смесителей, сделана разводка труб горячего водоснабжения. Все работы проводились во время каникул, и для ребят теплая вода в кранах станет приятным сюрпризом. Возрождение спорта в поселении – еще одна важная задача для местной власти. Как говорит Вячеслав Схабжук, спрашивать с молодежи можно только тогда, когда есть что предложить взамен компьютерным играм, плохой компании, алкоголю. Сейчас ребята имеют возможность заниматься спортом на открытой площадке с искусственным покрытием. Из скрытых помещений – только здание бывшего магазина, в котором сейчас ведется ремонт. И это все мы сами, физически никого не нанимая, в рамках внебюджетных мероприятий, повторюсь, одно помещение вот пытаемся ремонтировать. Да, еще работы много, нам пообещали новые еще тренажеры, но молодежь уже собирается, и есть надежда на светлое, спортивное и здоровое будущее. Благодаря помощи предприятия «Белый сад» в помещении были заменены окна. Управление по физической культуре и спорту помогло приобрести гипсокартон. Решается вопрос с проведением отопления. К сентябрю планируется закончить большую часть работ, но уже сейчас с молодежью работает спортивный инструктор. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.